Итак, мы с вами продолжаем играть в Banished. Как вы помните, мы в прошлой части озадачились, так скажем, вот этим вот трейд-костом. Вот, ну и осталось у нас не так, чтобы очень уж много ресурсов для того, чтобы начать его строительство. Вот, как всегда, у нас с бревнами проблема. Все остальное уже есть. Вот, у нас уже, смотрите, ну, довольно-таки лысая территория, практически... Все ближайшие, ну кроме вот этого вот, да, где у нас лес. Окрестности уже зачищены от этого самого леса. Вот, и конечно же, если бы мы вот эту вот не поставили с вами штуку, то и здесь бы тоже было все плохо. Ну а так у нас вот следующий год, вот эти вот деревья вырастут. Что здорово, конечно же, да. Так, что у нас? Ну, по крайней мере, мы видим, что дрова есть. Уже не так все плохо, как могло бы показаться. Полно инструментов у нас, полно вот одежды. Камня полно. Ну так себе, да. И железо, конечно же, железо больше всего у нас. Зима настала. Здесь потихоньку добавляется буквально. Вот, наконец-таки. Все хорошо. Вот, теперь мы можем с вами отправить... строить. Так, у нас 7 работников, да, нам нужны строители. Вот я как всегда, когда у нас нет чем заняться, то я всегда их, конечно же, отправляю работать, просто работать разнорабочими. Так, а у нас здесь, давайте взглянем, 4, да, ну может быть тогда добавим, даже не знаю, стоит ли добавлять. Да, в общем-то, давайте, да, пускай быстрее сделают. Вчетвером, я так думаю, что все же побыстрее как-то здесь все будет закончено. Вот, ну и у нас с вами еще есть 3 работников. Это потому, что у нас вот здесь вот никто ничего не делает. Не шьет и не кует. Не кует, не мелет, как говорят, да? Так, вот здесь вот единственное, что у нас, конечно же, дровосек. Есть, я его не увольняю, так как зима уже. Не то, что на носу, она уже пришла. Как всегда, нежданно, негаданно. Вот, ну и, конечно же, будет интересно посмотреть вот на это. Действительно ли здесь, в общем-то, приплывет этот торговец, у которого мы можем семена взять, да, купить. Для будущего нашего поля, которое будет где-то вот тут, вот я так думаю. Это поле или вот здесь вот. Да, в общем-то, везде здесь. Но здесь у нас лес. То есть тут уже точно не будет. Вот или вот здесь будет поле, или вот здесь. Или частично вот тут вот какой-то небольшой садик. Да, здесь, как вы помните, мы с вами уже надумали. Решили карьер делать. Грязный, корявый. Неэкологичный. Но что поделать. Вот, хорошо. Так, смотрим, что у нас тут. 69, 70. Мы можем даже немножко с вами ускориться. Вот, хотя я этого и не люблю делать, но что поделать. Да. Вот так вот. Обождем его строительство. На все остальное пока что мы с вами не обращаем внимания, так как у нас все есть. Продуктов полно, одежды полно, инструменты есть. Студенты учатся. Вот даже уже мы видим, что 7 человек, да, у нас. Гербалист, то бишь аптекарь, травник, так скажем, лекарь, да, у нас тоже имеется. Ходит там. Вот, пока что у нас тут все в порядке. Вот, поэтому мы можем сосредоточиться на чем-нибудь вот таком вот, посмотреть, как оно все это, как это делается, да, Discovery, прям. Канал Discovery какой-нибудь. Вот, ну и немножко попланировать, что же мы с вами еще сделаем. Кроме того, вот этого, да? Там у нас есть, насколько я помню, какой-то то ли... Так, давайте я как-то вот так вот, чтобы успеть. Вот, хорошо. Итак, смотрим. Вот у нас появился этот самый... Давайте я пока что вот так как-то в сторонку... Появился этот самый трейд-пост. Вот он как выглядит. Кран даже вот есть, да? Куча ящиков. Загон для
овец или для коров, или кого тут еще мы сможем с вами купить. Вот, я, конечно же, обучение проходил, но уже, откровенно говоря, не помню, как тут что делается, поэтому мы будем по ходу с вами разбираться. Итак, вот у нас вот эта штука есть, да? Мы можем здесь что? Что тут у нас? 6-7. Мы можем кого-то тут нанять. Вот, как минимум двоих, да? Для начала посмотрим. Так, двое есть. Дальше. Что у нас здесь есть вообще? Пока тут ничего нет. Что мы можем с вами сюда, в принципе, положить, чтобы можно было продать? Я так думаю, что железа у нас полно, да? То есть железо пока вроде бы как мы можем сюда чем-то, ну, железом торговать, так скажем, да? Положим, сколько у нас тут железа вообще? 107. Вот, плюс еще тут разбросано везде у нас это железо. Давайте вот 60 поставим железо. Вот, что еще есть такого у нас, чем бы мы с вами могли торгануть так нехило? А именно, где-то здесь я видел, вроде бы как... Вот у нас, да, смотрите. Вот тут у нас затарено все. Во-первых, давайте 200 поставим, чтобы тут они дальше продолжали работать. Если у них так, у этих, у гербалистов хорошо получается собирать растения разные, то пускай собирают, и мы с вами их будем продавать. Вот, соточку мы сразу же поставим сюда. Вот, после этого я так подозреваю, что у нас должны вот эти вот работники сюда приносить, да? Судя по всему. Дальше у нас, вот мы, типа, выставили на продажу. Каунт, туз, алкоголь, мид, грейн. Это что? Это то, что мы можем с вами заказать, насколько я понимаю, да? Вот заказы, вот. У нас заказы, но у нас пока что тут вот привозят товар, хорошо. Пока что у нас тут никто не приплыл сюда, поэтому мы с вами просто товары сюда привозим и ожидаем, когда что тут будет. Вот, ну и кроме того, как вы помните, мы с вами решали, что обязательно, как только появится трейдпост, нам нужен будет госпиталь. Вот, поэтому мы начнем собирать ресурсы для госпиталя. Сейчас посмотрим, что у нас тут по работникам. Ну, работников у нас 4 этих. Нам не нужно. То есть нам вообще билдеры пока что не нужны. Строители, пускай у нас все работники вкалывают. Приносят ресурсы. Для этого нам нужно 52 дров, 78 и 32. Вот, я думаю, что всего у нас хватит, кроме... Конечно же, вот дров. Да, с дровами, как всегда, у нас небольшая проблемка. Буквально так, чуть-чуть. Кстати, смотрите. Здорово, да, у нас тут стадо. Новые стада появились. То я уж было озаботился тем, что мяса не будет у наших. Вот, здесь мы видим, что у нас 12 локс. И что тут у нас? Еще 12, да? 24. Ну вот, в принципе, они и показываются, эти 24, потому как тут у нас нет ничего, да. Здесь у нас Firewood. Вот они, 24 Firewood. Iron и Stone. Так, ну хорошо. Я так думаю, что нам все же нужно где-то еще нарубить дров. Вот, ну и чтобы далеко слишком не шастать, не ездить, не ходить, мы нарубим. Тихаря, пока лесник не видит, да? Мы с вами срубим вот пару деревьев. Пару-тройку тут, те, которые тут постарше. Вот, все равно он новых тут насадит, насеет. Да, вот мы уже видим с вами, что вот буквально, да, ростки тут не дают вот эти вот старые деревья новым росткам вырасти. Вот, поэтому мы тут вот порубим. Вот так вот как-то. И думаю, что будет у нас достаточно дров для того, чтобы эту больничку сделать. Вот, ну и где-то вот здесь вот то же самое. Мы срубим пару старых деревьев. Все равно они сами скоро упадут. Я думаю, что хватит нам на первых порах.
Так, и ждем. Что у нас? У нас late winter. И типа, да, поздняя зима, но тем не менее уже вроде бы как снег сошел. Давайте еще раз разбираться. 8% от всего, да, но больше у нас тут торговать там мы ничем больше не можем. Вот, можем, конечно же, заставить кого-нибудь тут поработать. Много ли у нас кожи? Мало у нас кожи, то есть не стоит сейчас отправлять сюда работника. Вот iron, в общем-то, кузнеца мы можем, да, 40 инструментов. Кузнеца мы можем сюда вот попросить не у человека, чтобы он немножко поработал. Вот, пускай. И у нас, как вы видите, остается 4 работников. Вот, хорошо. 24 взрослых, 7. Что это у нас? Студенты. 16 детей. Довольно-таки много, я считаю, народу. Вот, я бы, откровенно говоря, пока что не рискнул расширяться. Пока у нас нет полей. Вот, пускай как-то тут вот, не знаю, проживают все вместе, всей кучей. Студентов целая куча, вот вы видите, да? Хорошо, что у нас вот эти вот студенты, обычно дети в 10 лет уже заводили других себе детей. Вот, студенты пока что просто учатся. И это здорово. 16 тут уже... Короче говоря, он все упустил. Он уже начал работать, забил на учебу. Так, пока тогда я не буду строить домов. Мы просто с вами ожидаем, когда вот здесь вот насобирается немножко. Немножко. Так, давайте мы тогда еще ускорим. Вот так вот. Дождемся, когда у нас появится больница. Ну и, в общем-то, ждем, когда у нас приплывет вдруг волшебник на голубом вертолете, как там в песне, да, было. Вот, может быть, еще инструментиков толкнуть немножко. By name. Так, по имени, да, или по количеству мы можем отсортировать. Вот, что мы можем, вот это вот то, что мы можем обменять. Продать. Автопокупка, автопродажа, когда приплывает торговец или когда торговец уплывает отсюда, мы можем автоматически все продавать. Так, ладно. Я так думаю, что мы вручную с вами будем продавать пока что, да? Вот, а когда уже разберемся, ну тогда будем work. Enable or disable production at this location. Но у нас тут работает, вот. К сожалению, пока что я так понимаю, что торговца этого нет. Мы с вами не можем ничего заказать, да? Вот у нас разные торговцы, разные вещи могут привозить. Как бы не упустить, когда он приплывет сюда. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, хотелось бы поскорее вот здесь вот сделать все. Насобирать ресурсов, чтобы у нас был, была больница. Потому как этот разносчик инфекции скоро приплывет. Вот, ну и мы видим с вами, что лес, смотрите, поднялся лес. Вот, 2 года прошло, 3, да. Здорово. Что у нас тут? Один лесник вполне справляется, смотрите. Так нафига у нас тогда здесь 4 или сколько лесника? 2 у нас тут лесника, ладно, за 4. Ну, я думаю, что мы пока что с вами вот так вот сделаем. Один пускай здесь все работает. Вот, а одного лесника мы с вами отправляем, пускай занимается... Где у нас тут... Fisher, Woodcutter, Forester. Вот, один пускай у нас будет работником.
Так, ну что, 52-52, 23-78, Стоуна у нас с вами нет, Стоуна у нас уже нет. Так, ладно. Это не есть, конечно же, гуд, но да, мы можем тут еще немножко вот где-то наковырять. Вот, и озаботиться, как я уже говорил, после постройки больницы, озаботиться, естественно, камнями. Иначе у нас тут все плохо будет без камней. Пока что соберем вот эти вот. Далеко, я, конечно же, понимаю, что это очень далеко мы с вами будем ходить, очень долго их собирать. Вот, поэтому следующим номером, естественно, у нас будет каменоломня. Вот. Тут у нас вроде бы как все собрано, да? Вот, металл есть. Нам пока что металл не нужен. Вот тут у нас камень, но здесь нам нужен мост через реку. Да и далеко, откровенно говоря. Вот, поэтому пока у нас тут занимаются, будут таскать эти камни, мы поставим с вами на вторую скорость. И... А, у нас и так вторая, да? Тогда мы поставим на следующую скорость. Следим за прибытием, возможным прибытием торгаша. Вот. И, наверное, пока запланируем, что у нас? Это у нас камень. Каменоломня. Мы с вами запланируем. Где-то как-то... Вот так вот, да? Вот где-то вот так. И с другой стороны у нас здесь будет шахта. То есть совсем уж такой промышленный район. Вот, ну что поделать. Окей. Так, здесь сразу же пока ставим на паузу, чтобы не распылять. И здесь у нас... Нужна дорога. Вот, протянем. Dirt Road. И рядом. Рядом, я сказал, да? Как в анекдоте, так. И рядом мы с вами сделаем вот такую вот штуку. Вот она здесь прекрасно становится, я считаю. Было бы еще лучше как-то поближе, конечно же, к этому. Вот, ну и так неплохо. Вот как-то вот так вот максимально близко к дороге. Вот, шахта у нас. То же самое, шахту мы пока что с вами ставим на паузу. Вот такой вот грязный у нас тут будет с вами райончик, да? Вот, ну и тут бы я, конечно же, хотел что-нибудь, ну, лесничество еще одно запланировать. Вот, чтобы побольше деревьев здесь было, да, как-то тут вот эту вот лысину убрать отсюда. Может, стоит? Так, давайте взглянем. Forester Lodge. Если мы его поставим здесь, то что у нас получается? У нас тогда вот где-то тут, да, вот рядом, если мы его поставим, то у нас получится лес. Там практически где мы хотели. Вот, или вот так вот поставить. Или если вот здесь вот, то тогда частично вот мы даже свое селение покрываем, да. Тоже неплохо. Или где-нибудь вот тут вот тоже так недурственно. Так, ну это, конечно, это так пока что в планах. У нас тут планы довольно-таки большие с вами. Ну что, что-то я не вижу торгаша. Может, нам рынок нужно поставить? Может, я не прав? И
что тут нам не хватает, все же камня, да, 68, 78, 75, ну буквально чуть-чуть тут осталось его натаскать, этого камня. Что у нас тут постоянно? Stone is low, firewood is low, ну естественно, да. Зато продуктов полно, вот хотя бы это уже хорошо, радует. Целый год мы с вами собирали, смотрите, да? Целый год собирали ресурсы. Вот, есть. Хорошо. Так, тогда мы немножко ставим поменьше. Здесь работников добавляем. Пускай вкалывают. Так, мы смотрим сразу же, тогда у нас тут сколько? 2, 6 рабочих. И 2 строителя. О, тогда эти 6 рабочих пускай дальше у нас собирают вот сюда вот. Что нам нужно? Нам нужно 40, 40, 40. А у нас всего с вами 10, да? 15 железа, 80 дерева. Да много чего нам надо. Вот, поэтому... Ну, во-первых, мы вот здесь вот сейчас с вами поработаем. Уберем все. Так, нам нужно железо, да? Вот оно. Сразу же мы его отсюда соберем. Как-то так. Скорее всего, тут у нас не показано, потому что у нас тут вот это вот и так будет отсюда убираться все, да? Ну-ка, сейчас проверим. Да, так и есть. Там, где мы сами запланировали уже, там, в общем-то, они и так уже убирают эти ресурсы, поэтому они и не показаны. Вот, ну и металл где-то тут я тоже где-то рядом видел еще. Чуть-чуть, буквально. Вот это тоже мы с вами соберем. Так, это хорошо. Опять у нас станет вопрос по поводу... деревьев. Вот как раз, смотрите, тут у нас появится, да? Прям в селении. Мы сможем их нарубить. Уже довольно-таки взрослые деревья. И ходить-то далеко нам не нужно. Я уверен, что мы насобираем необходимое количество на постройку. И даже хватит частично нам на то, чтобы отапливать помещение. Так, вот это вот я не собирался рубить, только. Remove roads, это что у нас? Remove structures. Cancel removal. Вот так. Так, ну и пока у нас тут работают. Пока давайте взглянем. По чуть-чуть так как-то они тут работают, не спеша. Что у нас тут? 10 студентов, здорово. 20 в классе у нас всего влезает, да, сюда помещается. Вот, по взрослым у нас, что вообще, 28 взрослых, 10 студентов, 10 детей. Довольно-таки много человек у нас тут уже. Практически 50 человек. Вот, ну и мы видим, что, в общем-то, тут... еды-то и нет. О, смотрите, появился, да? Has arrived. A trading post. Has arrived. Хорошо. Вот это, именно это я и хотел узреть, узнать. Так, но сначала я вот озаботился тем, что у нас нет еды. Вот это вот плохо. Чуть-чуть буквально, да? У нас тут скоро все будут голодать. Народу слишком много. Корней буквально чуть-чуть. Рыбы буквально тут капля какая-то. Это нехорошо. Так, мы в принципе можем, конечно же, вот это вот построить. Гербалистов добавить. Но это долго. Наверное, все-таки вот, вот этот вот торговец, который приплыл, нам поможет. За граница нам поможет, короче говоря, да? Помните, из 12 стульев. Так, давайте смотреть.
Это у нас заказ, да, что мы можем заказать. Так, чем мы можем тут Worm Coat мы можем с вами взять? Вот он приплыл, привез нам вот эти вот Worm Coat, то есть теплые одежды. А, ничего хорошего, к сожалению, он нам не привез, как мы видим, да. Ну, давайте купим одежду, что ли. Total 100, total... Что это как бы не совсем понятно, да, что это мы тут. You are paying 180 юнит. Нет, не хочу. You are paying 20 юнит. Так, а чем мы... Я не хочу переплачивать. You must trade additional 4 units to complete this trade. То есть я один куплю, да? Ну, один как-то совсем мало. Давайте мы, может, 5. Overpain 16. Давайте вот так вот. Must trade еще 4. То есть мы переплачиваем 4, да, получается. Но тут вот как-то никак. По-другому. Вот, пускай 6. Трейд. А, так, здесь мы поторговали, все выкупили. Здесь мы больше ничего не можем с вами предложить, к сожалению, да. Окей. Как-то я так довольно-таки сильно отвлекся. Вот у нас появилась теперь одежда здесь. Теплая одежда у наших. Вот, и мы, в принципе, можем поторговать немножко кожей, да. Вот, и Iron Tools у нас так нехило, так недурственно делается. Поэтому мы давайте, наверное, еще, да, добавим сюда кожу, будем продавать. Вот, и, наверное, ну что, 35 у нас свезли. Пускай пока по 60, да, по 50. По 40, вот так вот. У нас будет железо. И пускай будет 40 Iron Tool. Это то, что мы можем предложить. Вот. И пока что все. Ждем тогда, когда следующий приплывет. Что у нас постоянно тут звенит? Reverse of Firewood is low. Окей. Ну что же, я думаю, что мы кое-как тут с вами, да, вроде бы как начали пытаться торговать. Вот у нас больница строится. Будем во всеоружии. Постепенно у нас развивается городишко этот, такой вот маленький. Как-то вот это вот построим, возможно, уже скоро. И на этом я буду с вами прощаться. Всем удачи, всем пока.